Всем здорово! Вопросы для разработчиков у нас уже были. Настало теперь ваше время, ребятки. И к вам у меня вопросов ничуть не меньше, хотя играю я в игру почти с самого выхода. Но мои ролики про странных типов никуда не делись, и я очень часто не могу понять комьюнити игры. Так что у кого мне еще что-то узнать, как не у вас, и спросить про вещи, которые меня интересовали все это время. А ответить вы мне сможете в комментариях. Поехали! Дубина переговоров — это, конечно, хорошо, но все мы хотим получить желанную легендарку. И в этом прекрасно поможет Genshin Drop. На Genshin Drop ты всегда можешь выбить примагемы по низкой стоимости. Например, вот этот кейс стоит меньше 50 рублей, а шанс выбить 60 примагемов огромный. Кейсов на сайте очень много, но все мы любим халяву. Ты можешь крутить бесплатные кейсы и легко накопить себе на дорогой кейс кучу примагемов. А благодаря системе апгрейдов теперь это сделать еще проще. На сайте честная система вывода через официальных посредников, так что за свой аккаунт ты можешь не переживать, при выводе достаточно ввести только УИТ из игры. Но и это еще не все. По промокоду CRY30 ты получишь 30% к пополнению. Так чего же ты ждешь? Ставь ролик на паузу и бегом на Genshin Drop, ссылочка в описании. И первый вопрос, почему вам так важен урон в игре? Под абсолютно каждым роликом я всегда вставляю свою бездну или подземелье, и под каждым видосом без исключения меня пинают за маленькие цифры урона. Притом я все понять не могу, а сколько надо-то? Вот у меня Сяо по 40 тысяч с прыжка дает, все равно мало. Только зачем нужно больше, я понятия не имею. Все подземельки, весь контент и вообще все, что можно, закрывается очень легко. Да я даже Двалина, сильнейшего босса во всей игре, разматываю за его первую фазу абсолютно без проблем. Так что можете зачилиться, урона у меня более чем достаточно. Второй вопрос. Зачем вы играете в кооперативе? И нет, я не говорю про игру с друзьями. Просто вместе сидите в дискордике, картинка двигается, что-то происходит и уже весело. Но зачем просто так идти в кооператив к рандомным ребятам? Я не понимаю. Ладно бы это хоть бы облегчало прохождение подземелья, тогда да. Вот только хп у боссов тоже увеличены в разы, и легче вам ни капли не становится. Пойти познакомиться с новыми ребятами? Да, тоже нет. Тяжело писать в чат, когда ты за Сяо прыгаешь не переставая. Единственное логичное объяснение, у вас один прокачанный персонаж, и без хила вам тяжко закрывать соло подземелья. Ну или вам очень нравится с кем-то спорить, когда вы пытаетесь взять своего любимого героя и иметь возможность на нем поиграть. Кто знает. Третий вопрос. Почему вы так любите новостной контент? Вот этого я не понимал никогда. Есть офф-стримы разработчиков, и посмотреть разбор такого стрима на 5 минут кратко и сжато и по делу — это одно. Но когда ребята ставят просто байтерские превьюшки, получи 150 молит прямо сейчас, ты смотришь ролик, а там пук-хрюк, 10 примагемов дадут, если сделаешь заднее сальто, положишь телефон под подушку и хлопнешь 3 раза. Притом самое забавное, что все винят в этом авторов контента. Но камон, суть в том, что именно люди бустят эти ролики по просмотрам. И у автора особо не остается выбора, делать неделю ролик, чтобы он собрал 4000 просмотров. Или просто зачитать твит, накинув рандомный видеоряд, и собрать 40 тысяч просмотров. По-моему, выбор тут очевиден. Четвертый вопрос. Почему вы так не терпите альтернативное мнение? Да, 98% людей меня уже поняли. Проблема как раз в этих 2%, которые расскажут все о твоей семье, если ты просто скажешь, что Сяо слабейший персонаж в Геншине, и не надо ни в коем случае его выбивать. Им будет абсолютно все равно на факты, что Сяо без созвездий не играет, а созвездие у него говно. А еще Бен, этот отвратительный персонаж, буквально худший саппорт во всей игре. ХП только до 70% восстанавливает, еще и с Ешки отлетает. Поэтому мое мнение, что эти два героя вообще не должны быть в игре. Не выбивайте их ни в коем случае никогда. На них буду играть только я, а все почему? Конечно же, потому что у меня маленькие цифры урона. И последний, финальный, пятый вопрос. Вы реально играете ради вайфу в игру? Мне постоянно говорят, что суть Геншина — это просто выбить свою вайфу и просто радовать свои глаза и уши, заходя в игру. Я не верю, что это правда. В Геншин играют по тысяче другим причинам, а не для того, чтобы выбить Эолу и просто медленно нажимать кнопку атаки за нее и просто ходить и наслаждаться просторами Тайвата. Геншин — это слишком разносторонняя игра. Вот так вот. Спасибо, что смотрел ролик до конца. Вместо анекдота можете заглянуть в комментарии, там будет весело. А вообще, на самом деле, как-то слишком жирно получилось. Теряю хватку.